Как сделать, настроить и запустить прямой эфир на YouTube с компьютера? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И в данном ролике по вашим просьбам мы разберем, как можно запустить, настроить прямой эфир, когда вам нужно просто его провести быстренько с компьютера без показа экрана, просто вы хотите что-то рассказать, чем-то поделиться. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о востребованной профессии YouTube-маркетолога, раскрутке канала, о продвижении бизнеса на YouTube. И, конечно же, забирайте в правом верхнем углу мой отчет «Топ-5 способов заработать 100 тысяч на YouTube». Ну а мы продолжаем. Итак, что же нам необходимо сделать, чтобы запустить прямой эфир на YouTube с компьютера? Мы заходим с вами в творческую студию на своем канале. Здесь в панельке задач, в панельке управления мы находим с вами прямые трансляции. И здесь нажимаем «Запланировать новую трансляцию». Так как у нас быстрые трансляции через Hangouts прекращены, да, их проводить больше нельзя, но зато есть провести трансляцию через веб-камеру. Вот сюда мы нажимаем. Здесь вводим название трансляции. Тест 1 у меня будет. Выбираем, какой доступ у вас будет, по ссылке или открытый доступ. Я сделаю доступ по ссылке. Здесь вы можете запланировать эту трансляцию на какую-то дату и время. То есть выбрать, например, там 9 сентября, предположим, и какое конкретно время. Да, то есть я сейчас этого делать не буду, но в любом случае вы будете знать, что есть такая возможность. Нажимаем далее. Теперь фотографируемся. Вот, и это будет значок вашей трансляции. И, в принципе, вот здесь у вас уже есть чат. Справа вы видите, да, вы просто нажимаете «Запустить прямой эфир», и сейчас на данный момент вот запускается трансляция, и видите, я нахожусь уже в эфире, 11 минут 14, что-то рассказываю, что-то спрашиваю, что-то пишут мне в чате. Когда я рассказала все, что я хотела, я нажимаю «Завершить трансляцию». Здесь есть также кнопочка «Поделиться», то есть вы можете отправить ссылку или поделиться в любой из своих социальных сетей данной трансляцией. Вот. Также здесь есть панелька, можно выключить, включить микрофон. Ну, то есть посмотрите, все достаточно здесь просто. Все, завершаем трансляцию. Да. И мы видим статистику по окончанию трансляции, да, сколько было воспроизведений, сколько новых подписчиков, длительность. И нажимаем ОК. И данная трансляция также сохраняется у нас в наших трансляциях на YouTube. Да, то есть потом мы можем зайти в панельку управления в нашу творческую студию, вот в раздел «Видео». И здесь в разделе «Трансляции» мы увидим с вами, что вот он наш тест, сохранилась наша трансляция, и, соответственно, мы можем ее дальше там оптимизировать, ну, в общем, или удалить, если она вам не нужна. На этом у меня все. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим роликом с друзьями и, конечно же, смотрите другие видео, которые сейчас появились на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока.